Всем привет! Вы на канале Кальян по вкусу, и сегодня у нас на обзоре табак из Арабских Эмиратов, АХГ и вкус гуава. Вот так пачка выглядит. По данному бренду вообще никакой информации не удалось найти. Ну вот по косвенным признакам удалось выяснить, что это арабский табак. Давайте посмотрим, что внутри. Внутри у нас вот такой пакетик. По запаху вот ранние партии табака Альфакер, вот некоторые, вот они вот примерно так пахли раньше. Вот те, кто недавно курит кальян, они вряд ли поймут, а вот те, кто старички, те меня поймут. Ну, по консистенции нарезан относительно неплохо, но я не знаю, вот реально можно было чуть-чуть вот помельче нарезать, было бы неплохо. Делаем стандартную забивку. Вот такая забивочка получилась. Погрел кальянчик, приступим. Первое впечатление, это вот единственное, что я чувствую, это вот вкус табаков из середины 2000-х годов. Вот, кто пробовал, тот поймет. Я даже не знаю, как описать. Вот вкус именно арабского табака старого, вот прям вот, когда еще и ромки другие были, может, я даже не знаю, что еще. Магия какая-то другая была. Но вкуса гуавы я не чувствую. Просто чисто старый арабский табак. Курим дальше. Перейдем к оценкам. По вкусу. Если оценивать этот вкус по тому, что написано на коробке, это вообще никак не соответствует. То есть это не гуава, а вкус именно, вот, как я и говорил ранее, табака. Просто арабского табака. Я по-другому его никак не могу назвать. Поэтому тут можно единичку прям поставить, потому что, ну, гуавы тут нет никакой. По дымности не дымный. Ну, 2,5 можно поставить. По крепкости не крепкий. Ну и общая оценка. Ну, 2,5 можно поставить. Но и то только для тех, кто хочет поностальгировать, вспомнить, каково было раньше. Сейчас, в 2020 году, этот табак вообще никакой критики не выдерживает. Я так понял, то, что этот табак, в принципе, создан для внутреннего рынка. Он там наверняка арабы до сих пор так и курят, как раньше, так и сейчас. Примерно такого уровня табаки. И им это нравится. Не знаю, может, это у них как историческое, что ли, я не знаю. Ну, вот как-то так. В принципе, единственное, кому я могу посоветовать этот табак, только тем, кто хочет вспомнить тот вкус, который они там лет 10-15 назад курили. Да и наверняка вы этот табак не найдете, ну, потому что я его в Питере вот увидел, решил взять, попробовать, что это такое вообще может быть. Стоил он какие-то там вообще копейки. Вот.
Так что, естественно, я его не советую. Особенно тем, кто любит вот эти новые русские бренды, так скажем, которым заполнен сейчас российский рынок. Как-то так. Так что, АХГ. Вкус Глава. Да и, скорее всего, другие вкусы вам не зайдут. Ну а с вами был Богдик, канал Кальян по вкусу. Увидимся. Пока.